Всем привет, с вами снова я. И сегодня будет обзор на обнову 1.20. То есть вот добавили вот такой вот новый биом. Кстати, эту обнову мы ждали больше года. Добавили также такой вот новый вид дерева. Ну, такой, который здесь спанится в этом биоме. Вишневые, такие вот разновидности. Ну, как обычно, в общем-то. А также добавили еще бамбуковое дерево. Которое крафтится из бамбука. И вот, то есть, еще из этого бамбукового дерева раскрафтить два бамбукового бревна и так далее. Ну, или как это называется. Также есть такие вот цветочки, которые можно ставить по несколько штук в этот вот, в один блок. А так, что самое прикольное добавили? Так, это на втором месте по моей любимости, что тут прикольное добавили. Сейчас посмотрим. Кстати, картины теперь начали складываться вот так вот. И инвентарь изменили. Так, они... То есть... В этот вот. Туда вот можно спихнуть все виды книг. От обычной до зачарованной до подписанной. То есть, а также можно строить механизмы благодаря этим книгам. Я, например, что-нибудь рандомное напишем. Вот, теперь написано его, то есть, их всех троих можно ставить. И благодаря этому можно делать механизмы. Я потом в конце ролика покажу, как это работает. А также, что тут еще? Добавлю такой вот кувшинчик. Также голову пиглина. Это можно голову не добавляли более 7 лет. Так, блин, как все это нацепить на себе? Вот так все насмотрится. И при контакте с Ристоном она двигает ушами, эта голова. Также добавили саженец. Блин, ну саженец этого растения, это неинтересно. Ну, это же яйцо не хочу. Вот оно. Еще что добавили? Кисть. Сейчас она дропнется, вот. Благодаря которой можно очищать подозрительный песок. Который можно найти в каких-то биомах. Также добавили новую пластинку. Ну и это вот новое растение, типа... Либо семена хакельника. Вот такой вот он вырастет. А также еще добавили нового моба верблюда. Так, вот. Вот, короче, это тот самый верблюд. Просто на нем можно сидеть прямо вдвоем. И что очень удобно. Он может припрыгивать через заборы. А вот еще это вот. Это кувшинница. Это... Не, значит, я что-то ошибаюсь. Это не сюда ставится. Хотя еще самое крутое, что добавлено... Мне полюбилось на третьем месте по этому обновлению. То есть это таблички, которые можно вешать. А также сейчас таблички можно редактировать с двух сторон. То есть их реально редактировать можно. Это очень крутая функция. А также добавили еще... Такую подвесную табличку на цепи можно подвесить на очень много под очень многими углами. То есть вот так-нибудь как-то. И то есть, или, например, вот так. То есть все под всякими разными углами. Ну вот как-то так. Что тут еще можно показать? Вот такая, то есть видите, когда это вот реагирует с стоном, то она двигает ушами. Я уже также очень прикольная вещь, которую добавили в этом обновлении. Что надо весь инвентарь очистить. То я не хочу там вот через shift чистить, то, что у меня там удалится, то, что у меня было там в глубине инвентаря. То есть, вот, смотри, то есть, фактически можно делать изумрудную броню. То есть, это, в принципе, добавили. Ну, то есть, видите, у меня частичная изумрудная броня. Она заритовая теперь по-другому делается. Похоже, в принципе, вот. Он, кажется, намного сияет с моим скином, типа, голубая, с зелененьким.
Так. Вот же какие-то три сумки несчастные есть. Я, чтобы прокачать до незритовой брони, алмаз, блин. Надо. Например, возьмем еще это. И изумрудиков, и назарита. Так нет, изумрудный нагрудник. Вот, то есть его можно прокачать вот так вот, благодаря этой. Да, сохранится, то есть будет незритовая изумрудная броня. То есть вот на первом месте по моей любимости это вот то, что добавили здесь. Надо побольше нагрудников так вот скопить. Вот сюда он еще прокачаем, да, назритовый. Вот, в общем-то, вы видите, что происходит. Сейчас какие-то интересные узоры есть. Вот такой, например. Или вот такой. Ой, вроде бы нацепил. Вот такая вот морда, типа. Ставим таймс, отдай. Кстати, еще добавили, что у Велик теперь нету свечения. Это как теперь фигово смотрится, то, что зелье силы стало желтое, как моча какая-то. Ну серьезно. Ну а что тут еще можно посмотреть? Ну, например. Так, это уже нельзя прокачать. Оно уже прокачанное. Поставим куда-нибудь сюда это все. Эти нагрудники. Вот так. Ну и вот. В общем-то, интересная фишка. А чтобы прокачать донсоризовую броню, эту вот фигню можно найти только в этих вот. В бастионах. Прям почему-то такой маленький этот биом попался. Ну ничего. Просто не повезло. Так. Ну где это? Вот, например, берем костную мука, и я его хочу фишку показать еще. И сейчас берем вот так вот. И то есть, эти цветы можно умножить благодаря этой костной муки. Так. Еще, блин. Также. Еще. Еще где это? Вот это тот самый саженец, которого вырастет. Будущее дерево. Вот что такое получается. Ну это как повезет, какое вырастет. Также вот, например, кстати, трава изменилась немного. Наверное, все заметили. Смысла этого говорить вообще не было практически. Так, ну что еще можно показать? Вот я сейчас покажу, как эти механизмы работают. Только давай отлететь туда, вот слету. Там, где деревня. Кстати, ну, такой прикольный сидит. Тут вот деревня на берегу. Она прям капец как рядом со спавном. И там рядом вишневый лес. То есть спавнить в этом на острове, там немного проплыть надо, чтобы дойти до сюда. Неплохой такой щит. Особенно для выживания начального. Такой в деревне кузницы вроде бы нету. Например, берем. И где тут у нас лампы? Просто для примера, нет, там еще компаратор нужен, чтобы для примера вам показать, как это должно работать. Ай. Так.
Так, тут где-то сколько должно быть? Пойти 6. 4. Надо еще продлить немного. Ты нафига я выберу, если его снова скопировать? Ну, ладно, пофиг уже. Ну вот как-то так. Там устроим компаратор. Я сам покажу, как это должно работать. То есть, берем книгу. Смотри. То есть, когда мы берем в первый слот, оно только на одно это вот. Когда, например, убираем и пятый слот, тогда на 5. А если в шестой... Блин. Если в шестой, тогда на 6. Мы чего поняли, принцип, как это работает. Так, то есть, вот как-то так. Ну, что еще можно показать? Например, как работают вот эти вот... Как он называется, я забыл. Где это вот? Это вот такая вот листующая добавили. Как работает... Вот эта фигня... Как это меня называют? Где-то она? Такие вот двери фиговые. Вот, и как этот скалковый сенсор вроде бы. Тогда естественно реагирует на движение. Этот скалковый сенсор реагирует на, при расстоянии 16 блоков, а обычный он при 8 блоках. Так, например, я вам сейчас продемонстрирую. Возьмем, например, какую-нибудь эту красную, это вот не 6, а цемент или бетон. И еще возьмем. Вот это вот, тут. И вот такой вот. Сейчас вам теперь продемонстрирую. Вот, смотрите, как бы биом с длинными березами, которые очень редкие. Тут еще только одна такая вот береза, капец, какой маленький шанс, такой маленький биом, такой вот бы. Так он еще и с ульем. Это такая редкость. Длинная береза, она и так редко есть биом. Тут еще в одно дерево, еще дерево это с ульем. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пойди. Так, стоп. А не, я неправильно сделал, да, чтоб была упорка этому, да. Значит, на 7 блоков это, тоже на 15-16 надо как-то вот так вот размерять. Ну, то есть... Так, блин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. А сюда стало вот такой вот... Видите, смотрите, он реагирует на длине вот такой вот 16 блоков. При том, что вот этот вот не реагирует обычный. Вот как вы видите. Ну что, на этом я уже с вами буду прощаться, в принципе. Уже больше нечего показать, все показал этой обнове. Всем пока.